Снимаешь? И сегодня у нас на обзоре женская сумочка. Проверка от бати. Ну тут все по классике, косметичка. Но это нас не интересует. О! Гранатка. Взрывная женщина. Ничего себе. Дорогая, а ты с кого скальп сняла? Утюг. Обычное дело. У женщины в сумке утюг, чтобы угладить свои проблемы. Что-то мне показалось, что у меня плоский юмор. Поехали дальше. А чтоб не тратить ваше время, есть один хороший и действенный способ. Так, это стиралка. Холодильник. Опа! Милый, у тебя в сумке целый оружейный отдел. Для чего тебе это? Это все для самообороны, не трогай. Для самообороны, так для самообороны. Опа! Банка чипсов, причем открытая. Кто-то говорит, что она худеет. Ой, эти женщины-то. Да что же это такое, а? Респиратор. Мощная штука перед коронавирусом. Ну на этом все, товарищи. Проверьте, может у вас такая же есть сумка. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. С вами был Батёк. Всем удачи, всем здоровья, всем пока. Давайте же узнаем, что есть в женской сумочке. Открываем. А я косметичку забыл. Гранаты тоже. О. Это мое.